Я и сам не слепой. Фронтовики, чего вас гутарят? Да что нам это фронтовики? Поиграли мы большевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. Мы ничего чужого не хочем, но и нашего не берите. Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупый. Казак, как он был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А то знаешь что, иногородние за раз гутарят. Всю землю разделить на душу, это как? Иногородним, коренным, которые в Донской области живут издавна, дадим землю. А шиш им, вот им, выкусить, вот.